По поручению главы города Зайнутдина Акмазова управлением торговли проводится планомерная работа по приведению объектов предпринимательства в соответствии нормам и правил торговли. Подобные мероприятия проводятся комплексно межведомственной рабочей группой, в состав которой входят управление и отделы городской мэрии, представители правоохранительных и надзорных органов, а также общественных объединений. Самым частым нарушением, выявляемым в подобных рейдах, является несанкционированная торговля в неустановленных для этого местах. Они занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, уходят на проезжую часть, закрывают тротуары, выносят продукты и торгуют незаконно. К подобным нарушителям применяются меры ответственности в виде составления протокола об административном правонарушении с полным устранением незаконной торговой точки. По словам начальника управления торговли Монолита Айсонова, такая работа будет вестись регулярно. Обращаются люди, мы выезжаем, рейдовые мероприятия проводим постоянно и устраняем такие несанкционированные торговые точки. Это с начала года уже вторые рейдовые мероприятия. Убираем незаконно установленные будки. Специалисты отделов торговли ежедневно ведут профилактические беседы с продавцами торговых точек, разъясняя о недопустимости предпринимательской деятельности на улице. Как пояснили представители комиссии, рейдовые мероприятия будут вестись на весь период текущего года. Вика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».